На многих белорусских предприятиях началась настоящая паника. Начальники цехов, начальники производств несутся по своим подчиненным. Видать, получили втык сверху проверить, не началась ли забастовка. Они не понимают, что сейчас состояние предзабастовочное. Предзабастовочное. Пред — это значит до. Но им это, видимо, непонятно. Они, собственно говоря, уже упали в крайнюю степень паники и, собственно, несутся проверять вверенные им подразделения. Пока проверять, конечно же, нечего, потому что забастовка не началась. Она начнется в скором времени, когда, скажем так, забастовочный комитет полностью прояснит и, так сказать, устаканит между собой требования, которые на этой забастовке будут вынесены. И тогда не помогут ни начальники цехов, ни парторги, и даже ни военруки. Никто не поможет, просто белорусский народ остановит страну. Это абсолютно очевидная, ну, в общем, туповатая власть Лукашенко, она этого не понимает. И она не поймет, когда это произойдет. Бог с ними. Так вот эта паника, она лишний раз показывает, насколько ограниченные люди руководят Беларусью, насколько они не понимают процессов, происходящих внутри, насколько они паникуют и насколько они боятся, что реально весь народ, а они прекрасно понимают, что весь народ, абсолютно весь народ против них, что вот этот народ в один прекрасный день возьмет и просто прекратит работать на хунту. Они просто понимают, что тогда срок жизни хунты пойдет уже не на недели или на дни, а реально на часы.